В общем, первый день тренировок, идет дождь, так надо зафиксировать. Нам надо дойти от точки А до точки Б, вон туда, не промокнув. Еще я попытаюсь это сделать. Все, давайте сейчас увидимся скоро. Нормально у вас тут погода. Надеюсь, ненадолго. Все, дошел. Поднимаемся на верхний этаж, где должна проходить тренировка. Вот так, смотрите, вроде так. Вроде так нормально. Дождь шумит. О, тут вообще нормально. О, такое маленькое количество участников. А чё так нас мало? Вот это понимаю, это нормально сборы, да? Я чувствую, сейчас нормально будет. Еще туда можно поесть, там лучше прям. Все, сейчас будем разминаться, сейчас уже смотрю, косятся на меня. А вид, смотрите, сейчас какой вид здесь. С окна. Где Ксюша? Все, давайте начинаем. Я держу, освобождаю кисть, локоть, поставить, забираю спину. Поехали, по очереди. Адик показывает подводящее упражнение в стойке. Хорошее упражнение. Дети, отойдите подальше, не прилетит. Рука, внутрь. Утренние тренировки будет проводить дядя Гусейна. Работаем сейчас следующим образом. Максимально плотно. Вот сейчас показывает прием чемпион Европы, как ему удобно с этой позиции делать. Поборолись 10 минут по одной минуте. Скажем соперникам, минуту боремся, 10 секунд отдыхаем. Так, достаточно интересно. Много разных партнеров, соперников с разных городов приехали ребята. Там потом поточнее расскажем, с каких городов. Вид шикарный. Пошли. Лёх, будешь бороться? Или ты нашел себе пару? Давай третий. Будешь бороться, или ты нашел себе пару? Я третий. А сейчас же ты. А кто свободный, ребят, побороться? Следующим. Поборемся. Первая утренняя тренировка. Народ собралось много. Все, первый утренний тренировка закончилась. Народ, вроде всем понравилось. Где показывать? На Ютубе. Вот, смену нам прошли вольники. Сейчас будут бороться. А будем продолжать съемки наши. Все, первые травмы. А где ухта? О, нормально. Сейчас будем всей толпой качать. Смотрите, там высоко. Всем интересно. Всем интересно назад. Мы
предполагаем. Всем интересно, сейчас будем смотреть. Операцию кто? Кто у нас хирург? Я считаю, должны быть важны. Хирург, ассистент, если что, реаниматолог, искусственное дыхание делает. Патологоанатом. Ну и как бы мы будем следить, а я оператор. Полина предлагала резины. Резины? Резины? А здесь будем притягивать? А я все этого достаточно и разматываю? Тут как же камеру подстроить? Чем голову замотать? Первая тренировка и первая травма. Ухо. Причем, нет, это вторая травма. У Артура первая. Ну, там у Артура там колено. Ну, а смотрите, а тут это... Даешь одну травму в день. Все, надо выполнять план. Всем посмотреть интересно. А я же ничего не вижу. А тебе зачем? Больно? Походу, Назара, да. Назару, кажется, больно. Ад! Ты бы поаккуратнее сделал? Ой, бедный. Я чувствую, тут нормально, тут Олег-то потыкал пару раз. Подумал, где же вот это место? Вот Олег точно не боится. О, пошла. О, пошло. Ура! Так, мне надо, дай мне эту штуку, дайте. Дайте эту штуку, которая той штукой. Дай. Дай эту штуку, на которой той штукой. Слушай, где ты, блин? Вата? Я в корпусе, где мы раньше жили. Так, теперь надо ему прижимать вот так вот. А что, все ты думаешь? Так, все нормально. Ну, я ты на глаза там... повязку-то что ты делаешь? Да я не гу на глаза. На глаза повязку надо сделать. Ну что? Маленький. И держать. Так а может это, может быть жгутом вот так вот, чтобы держалось? Хирург. Три дырки снял. Там уже целый туннель, там уже целый туннель. Илья, там уже туннель вот такой уже. Ты не переживай. Снял вот это. Во, нормально. Видите, смотрите, когда делал операцию, у него руки не тряслись. А сейчас держит шприц, руки трясутся. Это профессионал. Все? Ариша, можно тебя попросить? Все, всем говорим спасибо. Я тебе еще раз привет! Еще не дошли до смотровой площадки. Вот такой, вот он, Чебальская лагуна. Красота. Тут ребята он бегает, спортсмены, вольники. Поднимает выносливость. Мы тоже завтра с Катюшкой, с моей ученицей, чемпионкой мира. Завтра тоже идем на пробежку с утра, в 7 утра у нас подъем. 8 часов на завтрак или в 9? Завтрак, вот они, спортсмены. Вот завтра нам тоже такое предстоит, детская тренировка. Так приятно уже, бразильская джиу-джитсу развивается уже, дети занимаются разного возраста, маленькие, большие. Вот в конце тренировки у детей есть схватки. На двух коврах, там маленький, тут постарше. Так хорошо, некоторые дети уже так позиционно хорошо борются.
Кать, ключ вам дверь. Все, вечерняя тренировка закончилась. Вот уже пустой зал, все пошли отдыхать. Кто-то дорабатывает. Вон там Саша учит девушку свою бороться. И вот здесь ребята с Красноярска дорабатывают дрилы. Нормально тут развлечение. После тренировки. Понырять. Бассейн. Сейчас будем страховать Стаса. Прямо отсюда. Не-не, ты стой. Стой просто. Я вот так вот просто буду стоять, если что, ты просто по мне поскользни. Ладно, будем надеяться. Адик, давай. Так, 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 давай. Через меня. Давай, только по... Такая лягушка прыгнула. Просто лягушка. Колено в лоб. Хорошо, последний момент закрыл. И все тут с Котей, с Катей в горку забежать. Чуть пробежали, уже нормально. А еще впереди нормально бежать. Вот что значит не бегать по горам. А, нормально идет горка. Прибежали. На турнике утренняя пробежка закончилась. Теперь пойдет небольшая силовая перед завтраком. Второй день тренировок. Разворачиваем колено, забираем спину. Поехали. Мы его перенесли, накатили у него, сдвинули в сторону и продолжаем вытаскивать, освобождать. Он идет на вас и задевает квадрат. Интересно, Адик расставляет акценты. Сейчас вот выход за спину, со спины, с удержания. Очень понравилось. Вес большой, да? 115. Слышал, Андрей? 115 в нашей сети. Причем без ног. Ну вот, эти я не смог залезть. Типа скользкий. О чем говорит? О том, что плохому танцору яйца мешают. Вот 115 килограмм залез. Тренироваться надо, ребята, тренироваться. Олег. Андрей, ты просто должен туда залезть. Не-не, я нормально. О. Слушай, меня просто в него унизили. Я это не буду выкладывать. Нормально, нормально, ребят. Thank you.
Опять известно, да. Не все такие приемы. Обязательно после тренировки надо тянуться, растягивать мышцы, чуть-чуть расслабляться. Так что не спешите уходить из зала. Вот чуть-чуть расслабиться, потянуться, чуть-чуть что-то доделать. Год. Красота. Выныривание было. Ну, нормально, артисты. Вышли на большую культурную программу. Ну и тут проходим небольшой рынок. Вот с ребятами из города Кемерово. Страна тай-боксеров, город Кемерово. Сибирский Витязь. Сибирский Витязь клуб. Так что если кто живет в Кемерово, теперь знаете, где тренироваться. Клуб Сибирский Витязь. Все кемеровские пацаны. Все кемеровские пацаны. Теперь я в безопасности. Хорошая прогулка после хорошей тренировки. Бесплатная. Дегустация бесплатная. Бесплатная. На вашу там прогулку экскурсии на квадроциклах. Офигеть. Мы вон туда спустимся, залезем на гору, вон там прикольно вообще. Небольшая фотосессия в красивом месте. Что тут решили? С Ромой, с Кемерово и с Адиком перейти эту речку. Смотрится в холодной воде, не выдержал душа поэта. Что там, как водичка? Я тут понимаю, вода сейчас у нас тряханет. Ну что, плывем на ту сторону. О, нормально, падает вода. Когда вода поднялась, что тут мне, честно говоря, хочется сравнить данные показания. Неужто вода так поднялась высоко? Нормально, Адик, да? Здесь, я думаю, нырнешь, выплывешь вон там где-то, через километр.
вы думаете? Спортсмены не дети, что ли? Тоже всем хочется камушки покидать. Такая версия, что крещение Руси прикрыли игом, потому что когда было крещение, убили много думающих людей, как бы, грубо говоря, от 20 до 60. Здравомыслие, да. Тогда уже понимали, что мыслящий народ не нужен. И оставили только детей, да, стариков. И прикрыли с этим, что то, что татары нас, типа, это. Никаких крещений нету, ни одних раскопок, ни документов официальных. Ничего нет. Ну просто так татары отделили, в Казани появились. Советские всегда были эти, ничего не они там. Большевистские, да? Вот эти все. Они тюрили нам с детства, в школе еще, что были, был игр. Вот немного истории. Да. Знаете. Историю надо знать. Вот и так надо путешествовать, вот приезжать, ставить палатки. Ночевайте, свежий воздух. Пожалуйста, вот купайтесь. Такие красивые места. Мы там сидим, блинчики кушаем. И, кстати, я хотел спросить у вас там, напишите в комментариях. Вообще интересен этот формат, потому что я бывает, ну, ездил на какие-то мероприятия, сборы. Потому что мне так не тяжело взять камеру, смонтировать. Ну, на таком, на любительском уровне. Я думаю, там ничего сложного не будет. Потому что зимой собираюсь ехать в Таиланд. Где-то, может быть, на 3 недели, 4 недели. Потренироваться в кемпах. И по бразильскому джиу-джитсу, и по тайскому боксу обязательно. Так что, если интересно, вы там напишите. А то, если не интересно, тогда я, может быть, и не буду этим заниматься. Потому что снимаю почти целый день. А тут так, конечно, красиво. Все. Спасибо за внимание. Пойду есть блинчики.